Итак, это снова рейтинговый бой. Сейчас шансов 37 у противника. Это значит, что кто-то будет не просто летать по карте, как кусок говна. Также это значит, что человек, скорее всего, сегодня завершит свои эпохальные похождения в Mortal Kombat, потому что ему больше это не понадобится. С сегодняшнего дня для него Mortal Kombat будет закрыт. Надо его найти будет потом еще в Стиме и в личку написать что-то типа: ну ничего, в следующий раз у тебя получится. Я думаю, что сарай, что там? Ты построил мне сарай, я вообще живу с коровами. Как так, наверное, они об этом говорили. Зачем ты упал на жопу, блядь? Ты же еще ударить даже не успел. Ты уже падаешь. Вот это настоящее искреннее опущение, когда противник просто в недоумениях от того... Давай, стрелять начни еще. Это, между прочим, рейтинговый бой, типа, поэтому противник должен был понимать. Типа, ненаказуемая хуйня. Ой, не поясни, как ты умеешь. Ладно, это наказал, молодец. Прикольно было. Ладно, мне нужно завязывать с ними баловаться, потому что они вот наглеть начинают и всякую дичь вытворять. Заряжать, типа, свой... свой ружье давай стрелять, начинай. Придурок, зачем ты ждал этого? Ты же знал, что это все так и закончится. Я попробую не дать ему вылезти вообще из этого угла. Блять, зачем я это сделал? Я тебя схвачиваю за это дерьмо. Конченый ты кусок говна, а ты сначала... Прежде чем мне перечить, тебе нужно одну же ту же комбинацию делать, почему ты ее бафлишь всегда. Можешь не вставать. Разрешаю. В общем, так не нужно играть. Там был пример того, как даже, ну, я тупил очень по-черному, и он все равно проигрывал. Чувак, насколько ты должен быть конченым, чтобы даже в состоянии моего отупения, то есть, когда ты стоишь и заряжаешь свое ружье обоссанное у меня на глазах, и я это терплю, я прощаю тебе это. Сейчас я прощать не буду, будет унижение. Что ты там можешь? Блять, я как пионер поступил. Ой, я не хочу так играть. Низ, вверх. Я должен угадать это дерьмо, блядь. Так. Я не допущу такого отношения. Мою сторону. Ну-ка. Как же ты рискованно. Он своими набежками. Теперь что ты делаешь, петух? Давай, покажи мне мастер-класс своей тупости. Второй раз идешь на это дерьмо. Третий раз. Сколько тебе еще раз нужно вестись на это говно, чтобы ты понял, что... что-то не твое все. Ладно, поймал. Я даже... скину все это дерьмо, чтобы ты не мог делать свои длительные, тупорылые, никчемные комбинации, блядь, дегенератки. Ты понял? Надеюсь, ты понимаешь, что тебе просто везло.
Теперь что ты сделаешь? Ну что ты сделаешь? Когда угадываешь один из твоих тупорылых хуков, все становится на свои места. Почему я так далеко оказался? Я должен был... По ногам получил, будешь бегать тут в мою сторону. Теперь с нами между выстрелом успел бы телепортнуться. Да? Ты опять это будешь делать? Слишком долго у тебя перезарядка. Теперь что ты делаешь, ублюдок? Ты мертв уже. Все, ты труп. Так, я не рассчитал, что он не должен был выжить. То есть у меня есть один удар ему сделать. Кто быстрее его сделает, победил. Думал, ты мёрз сделаешь? Я думаю, что вы все свидетели того, что ему просто повезло. Тупой, обоссанный лох. На шару что-то сделал. Пора мне завязывать выебываться. Бля, так 1-1 только что ли? Что? Я уничтожу тебя, сука. Я думал, просто он два раза уже победил. Все, меня отпустило. Че, блядь, низ, вверх, блядь. Все уже предсказуемо, дебилый кусок. Давай, давай, беги, беги. Что ты хотел сделать? Теперь кот. Говна кусок. Получи еще, если поймаю вдобавок. Ой, блядь, не получилось у него, посмотрите. У него не получается. Апперкот сделать. Сколько ты уже два раза промахнулся, кусок говна? Как тебе такое, сука, шлюха, блядь? Что ты, блядь, можешь сделать? Тебе в прошлый раз повезло просто. Дерьмо кусок. Я буду тебя унижать. Я тебя предупреждал, сука. Куда ты там улетел? Что ты? Падаешь на жопу на свою. Ёбаный, блядь, косяк. Сколько жизни-то отнимает это дерьмо. Что ты замялся-то, сука, блядь? У меня вообще осталось жизни, ничего. Давай, еще побеги в мою сторону. Все. Это было напряжно, несмотря на то, что он лох. Типа, казалось бы, что такого? Он прям по грани ходил всегда. А, сделаю-ка тебе мерзче, блядь. Сука. Урод. Просто конченый урод. Он даже мне в блок бы, если попал. Ну вы поняли, что я все равно выиграл. Типа, че, ну, я ему пожалел просто. А он и сделает мерзче или нет? Сейчас посмотрим. Насколько ты крут воин, блядь, Техаса. Ты же должен был заценить, что я тебя пожалел. Попался.
Теперь ты что сделаешь? Извини, второй раз мёрзь уже не делается, кусок ты дерьма ёбаного, блядь. Хуесос. Ну вот так выигрывают на самом деле. Было сложно, я старался изо всех сил, блядь, но... Вот техника мне стала уже понятна, и поэтому он скучный. Ты скучный кусок говна, извини. Прости, ты втоптан в говно, в грязь, блядь. Может быть, тебе в следующий раз повезет. Но пока что ты просто педальный лох.